Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Специальное предложение только с сегодняшнего дня. Это цепь-колье двойной ромб. Вы знаете, у нас буквально 6 декабря были эфиры. Раскупили именно эту цепь буквально за 8 минут. У нас представлены все длины от 40 до 60 сантиметров. Но знаете, самое главное, золотая цепь дарит вам образ, дарит вам настроение, дарит вам женственность и, конечно же, особенную сексуальность. Ой, и притягательность, да. Потому что все смотрят на вас. Конечно, конечно, она блестит и сверкает. Вы знаете, я недавно потеряла, вот 9 декабря у моей Машеньки был день рождения, я ей дарила абонемент в спа-салон. Мы отправились в спа-салон, я сняла цепочку, потому что мы ходили в сауну, и оставила ее там. И вот потом, выходя из дома, пока я не купила сегодня двойной ромб, я, правда, выходила и думала, чего-то не хватает. Вы знаете, когда шея голая, как будто бы мы сами не защищены. Сегодня, выбирая такую цепь, вы не просто дарите себе статусное украшение, это ваша защита и уверенность. Тем более, что наша цепь двойной ромб, она из чистого золота. 585-я проба. Обратите внимание, широкое плетение, уникальное двойной ромб сегодня для вас. И по цене, внимание, 8200 рублей. Но это не цена, Лен. Да, это скидка. Потому что цена от 4999 рублей, плюс еще и бесплатная доставка. Лен, знаешь, за что обожаю сегодня цепь двойной ромб? Во-первых, она надежная, она крепкая, она не рвется. Во-вторых, алмазные грани, благодаря которым сияет эта цепь, будто бы там многочисленные любимые бриллиантики. Но самое главное, что, знаешь, я ее ношу, а потом ее носит моя дочка, да. А потом она своей дочке передаст из поколения в поколение, потому что это золото. Ну и, конечно, вот оно, золото 585-я проба. Мы видим паспорт завода-изготовителя. Успевайте дозвониться и забрать, потому что цена снижена сегодня специально для вас. Ни в одном магазине вы не найдете такой цены, потому что, когда я потеряла свою цепочку, я ходила, смотрела. Таких цен не было. У нас есть длины от 40 до 60 сантиметров. Вот, Лен, скажи, какие ты выбираешь длины? Я выбираю 40 и 55 сантиметров. Видишь, так? На контрасте. Очень интересно выбрала сразу две длины, чтобы они играли в образе. Смотрите, это уже не просто цепь, это уже цепь-колье. Это роскошный образ. И сейчас на нашей Леночке вы можете увидеть длины 40, 45, 50, 55, 60 сантиметров. Ты знаешь, на Новый год родители, супруга подарили моей любимой Дашеньке, доченьке нашей, да, золотую цепь. 9700 рублей. С ума сойти. Обычное плетение, не буду говорить, да какое, вообще, но самое, представляешь, оно со скидкой было 40 сантиметров. Лен, я тебе больше скажу, я ходила специально в магазин, когда свою цепочку потеряла, я потому что не могу без цепочки, но увидела цены 24 тысячи, да, есть скидка, но она действует всего несколько часов, и цена 9950, это за 40 сантиметров. Есть цена 35 900, опять же, магазин предлагает скидку 17 950, но самое главное, что мы сегодня экономим, потому что это цена, которая эксклюзивна для тебя, телеканала Шоп-н-Шоу. Тем более, что золото — это тот металл, который никогда не изменяет. Он остается верным всегда, потому что оно не тускнеет, шикарно, не поддается коррозии. Это вечный материал, который всегда будет дарить вам солнышко. Внимание, шпрингельный замок, да, Бим, видим здесь. Да, пробы завода-изготовителя также здесь имеется. Очень приятно касается тела, ласкает кожу. Можно носить как самостоятельное украшение, можно даже носить с кулоном. Выбирайте, как вы будете это делать. Главное, успеть дозвониться. Вот знаешь, как цены растут так, сейчас? Это да, же ужас просто. У меня подружка Наташка моя, она у меня всегда впрок. Она в мае она начала покупать активно золото. Я говорю, Наташка, ты с ума сошла? У тебя что, да, золотая лихорадка? Она говорит, посмотришь, что будет через полгода. И через полгода мы сейчас видим, что цена, курс на золото на лондонской бирже вырос на 25%. Представляешь, она купила золото, а сегодня оно стоит на 25%
продуктов дороже. А теперь у нас специальное предложение дня из золота. Для изготовления всех великих наград использовали золото. Это Олимпийские игры, золотые медали. Это Нобелевская премия медаль. Это Грэмми, Золотой глобус и Оскар. Мы знаем, что это всегда признак величия, статуса. И, конечно, вот такое авторское родственное украшение, которое раньше королевские семьи передавали из поколения в поколение. Но знаешь, вот как я для себя выбираю всегда плетение, даже для себя, для дочки, для мамы на подарки. Да? Мне важно, чтобы она не цепляла волосы, чтобы оно не заламывалось, и чтобы я постоянно не снимала цепь. То есть я ее надела с крестиком, и я ношу, даже не снимая. Слушай, так здесь так и есть, потому что, смотри, один ромб внутри другого, то есть очень плотное, хорошее плетение, оно будет всегда надежным, оно всегда будет хорошим, но и при этом, Лен, не просто это статус, не просто это наше вот какой-то оберег, а это уникальная вещь. Золотые цепочки помогают при аритмии сердца, успокаивают человека. Именно золотые цепочки нужны эмоциональным людям, чувствительным, а значит нам с вами, очень которые красиво. Зависят, конечно, от перемен настроения. У меня настроение часто меняется. Вот я Насте своей звоню, не берет трубку, все. Начинается у меня сразу дыхание неровное. А вот когда цепочка есть, она нас как будто защищает, оберегает. Золото даже лечит, оно используется в медицине. А у меня цепочка как антистресс. Я за нее берусь и начинаю ее вот трогать. Да, она правда успокаивает себя. И, во-первых, золото, оно теплое. Оно как огонь, оно тебе согревает. Самое главное, что золото никогда в жизни не обесценится. Конечно. Оно всегда только повышается. Да, и все это зависит от мировой экономики, а она у нас только поднимается вверх. А вот ты знаешь, Лен, если, например, мы передаем цепь вот или золото по наследству, оно обладает огромной энергетикой. Вот смотри, как талисман, да? Бабушка, вот я вот с ней прощалась, да, вот с ней год назад, она меня уже не узнала, когда я пришла, но она меня вот так потрогала, смотрела куда-то в какую-то даль, она сняла кольцо, сняла цепочку, положила мне вот так в руку, зажала, и все, и как будто отпустила. Слушай, и вот я иногда беру вот ее это кольцо, да, держу в руке, я чувствую мощь. Ленусь, ну это очень важно, вот понимаете, да, такие украшения дарить. Кстати, чем мне нравится еще цепь, то что мы не должны привязываться к образу. Вечернее платье, джинсы и рубашка, допустим, какой-то, да, под настроение, удлиненный жилет. Носишь такую цепь, и она всегда выигрышно смотрится. Конечно, это всегда статус, это всегда величие. Да. Нам важно, чтобы выглядели статусно, и, конечно, важно сэкономить. Экономия прямо сейчас 8200 рублей. Вы только вдумайтесь, вы экономите почти в два раза больше, чем цена, которая действует только сегодня. 4999 рублей. Бесплатная доставка. Внимание, забирают сразу по несколько цепей. Успейте дозвониться, ведь это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Это вложение, это инвестиция в вашу заботу, в вашу красоту, в вашу жизнь, в вашу семейную династию. Это тот амулет, который всегда будет с вами. Успевайте дозвониться. Елена Мироненко. Бесплатная доставка. Еленочка Шептунова. Мы любим вас.